Дие из барана ыл тох жарктагын олого көрүйтин тулалыр эгеге сыгынын кепсенчеп. Кас түлбайы ураты дизайнына тупсагай тутулах жейлер баалар. Бүгүн Жокускай корот саңа микрорайонугар оларар решетниковтар жекергеттергер ылжыты келебит. Ахагас эфирга мен София Наумова Левин үтө күнөн күндү көрөтчүлөр. Дараваларын Мария Николаевна, Георгий Николаевич. Ага, бастатан туран бегат жекерген туунан көрөтчүлөр битгаранан кылгысты кырдатыкка. Дебиги художниктар быт. Ике художник болам быт. Жебитин таста истептин үйрүнөн улахан ну творческий жондор оңорор боллак бити. По-другому кайдак болугай болбак болгон деп атта. Ол курду бу кергеним Георгий Николаевич Рышетников он дизайнер үйрөгөнөн. Оны интерьершик мен боллагана ийинен үлелечи керамис художникпун. Ол ийин боллагана оннук табылган тагыстагы деда интересик художник онда боллагана дизайнер то есть керамис деп или менен тарбактан оңорочу тоя дем мен псевдоним художественный псевдоним. Сеп Георгий Николаевич жегит яны төгөнү онна жа кайдах бу буланаңы тутан тарбы кыды. Ну у нас здесь как бы 7.5 на 7.5 метров. Так, в плане дом квадрат. По идее, квадрат это очень удобная такая планировочная система, и в ней хорошо делать, чем, скажем, прямоугольник, его сложно планировать. И потому в основе у нас квадратный. Дом стоит на сваях. Почему именно на сваях сделали? Потому что вот обычно всегда, когда делается на лёжках, дом шевелится, то окна зажимает, то двери зажимает, перекосы бывают. Олегин решили, вот я решил делать на сваях. Вот. Сваи деревянные, лиственница. Вот. Специально подбирал, в общем, диаметр довольно где-то 50 сантиметров, самый максимальный. Потому что, ну, лиственница, как по истории, вон эти демидовские плотины до сих пор стоят на Урале. С ними ничего не происходит, они вообще-то очень крепкий материал. Ну и нижняя часть вая, конечно, загудронила, и такая пленка, я вот пробовал ее ковырять, потом верхнюю часть. Бесполезно, даже топор не берет. Ну и дальше вот вверх поднялись, ну, как бы наш дом, это как бы некий такой социальный проект, да. То есть денег не хватает, как обычно, да, вот это. И мы вот всяко-разно пытались сделать это, значит, как бы так. Вот. Эконом-вариант? Ну, да, эконом-вариант, короче, наш дом. Вот. Спасибо брату, вот Машиному брату, он нам брусья заготовил, лиственница. А вот с другой стороны, вот все же из сосны делают, да? А у нас лиственница, вот это самое, брус даже. Вот. Конечно, некоторые не любят из-за того, что она просто по природным качествам ее крутит, вертит, трескается. Но я бы сказал, она с тем хороша, что она усадку не дает. То есть вот этот лиственный брус, он не усаживается. То есть у него усадка совсем маленькая, да? Это, а тем более мы его еще там 2-3 года он выдержан. И, короче, как положили, так он размер бруса так и стоит. Он даже вообще усадку не дал. Ну вот где-то так вот у нас получилось. И полы у нас все лиственница. Брата, да? Да, брата, лиственница, титмас. С одной стороны, опять же, эконом вариант, мы когда брусья распускали, да, вот эти остаются остатки. Мы их потом это из них сделали каптан, вот такие шести, там 6-8, ну какие выходили здесь. И потом вот это, когда пол использовали, а там, значит, то ханеры, манеры, кратыкманок, да, вот это все. И, конечно, циклевочника заказывали, он нам все выровнял. А после я 2-3 раза шлифовал еще их. То есть подгонка шла, и зато структура дерева вышла. Текстуру дерева текстура, показать. Да, текстура красоту дерева, дерева показать. Вот, и она вообще очень красивая. Ну, здесь у нас такой как бы функционал, да, здесь мы покрасили. А вот в зале и в кухне вот
там мы, в общем-то. Моста вот этот акварель красканан, красклау пыта, а рака-то. Мы как знаем то, что вот это, мы же тонировкой иногда занимаемся, да, то морилкой, то это, да, когда где-то это обрабатываешь, вот особенно интерьеры, когда что-то делаешь. А мы решили, морилкой, все, сколько ее купишь? А у нас тут акварели оставались, то, куча еще. Мария Николаевна, это в художественной школе работает, дети бросают, оставляют. А мы давай из нее там. Приготовили колер и все акварелью покрасили. Но там есть одна вот такая маленький нюанс, да. Когда покрываешь, она же покрытая, да. После этого надо смывать. Так вот мы там сколько вот на кухне, например, мы около 10 ведер воды поменяли. То есть когда смываешь, моешь тряпку, потом опять смываешь, опять моешь и вот так вот все это выкидывают. Ну вот тут такие вот есть такие моменты, такие нюансы, да, ну которые может быть другим это непонятно, да, они не знают, так о, красиво, красиво. А как вот ее делать, это уже тут уже начинаешь по ходу импровизировать. Күрдікті дағаны бұ барын кирияты кітары өткөң әңнях мостаны интерьерге көрбітем. Акварелінан краскалан моста ағаяқ болуқ тақчы. Дебілдәппен кімге дістін көрелікпен бие қаварынық болу бағар. Сәп, ану бұ кирияты кітары ағыр сер зал бар жи, егедеатыгар. Оны қайдақ бұланнавы кіні көрген кілай. Не, ну, обычно самая удобная планировка, да, вот когда заходишь, да, налево, вот у нас как бы кухня пошла, да, вот налево, да, прямо зал, направо вот у нас пристройка, да, и она выходит на юг, значит, да, светлая комната, естественно, то есть самый удобный планировка, когда есть прихожки, сразу вот так вот попадаешь. Да, удобно. И тем более еще подъем на второй этаж тут же находится, да. И кизятяйская мастерской ди. Да, второй этаж это наше самое камерное такое пространство, там это вот самое. Я бы даже сказал, в этом доме самое основное место у нас мастерская. Сеп, я кухня в Дагаркиреке, мы Мария Николаевна бьем толкуйдан, а я багаханаганан. Омуттар бутын денек битинде. Да. Касбиди, жақтар бу хамай әлбәқті хиджар хире ағыр қос боларды. Оны же бу туқтан сағалыққа. Да. Фартықтан сағалығы бұтты, бейтер кухня бұттан. Ну, лопсайнан те моста бұтын әттіпі бұтта бұл. Же зеленый моста бұтаға бұл. Текстуратын тағараға тамыд, мағын красататын көддіріға тамыд, бұл акварель краска прозрачны болыға, олеген акварельнің краскала бұл бұл. Это только тит команды болыр. Тит маска де. Текстура тақсыла. Онтан болығына де, опсайнан бұл жені үрдәғы өрінен оңыр бұл бұттағыны, білігінді ағыны, онды қоңыра хылжабы таға. Оттон пасши уже төт сыл оларды бұд, барыта пасши оңғылын тұрар. Оттон манна кейі интерьергеттері ден тоқ бар болуғай, араскыта, допустим, бұл фартук. Мантығайын болғана экономия отчыларға бастан бұл жаға керен бара. Гербарин, хаса білімін, қаннада сұрыттар бұнар, тоқ сәбілдіқтері, сібәккелері, қатарабын. Бұл маңны болығына Китайтан бұл маңны күрдің ұпылыған бұл сәбілдіқтер балылар, бұл болығына бәйебіт, мауниған мұт, қаптағас бұт. Бұл маңны күрдің ұлыған Китайға қаптағас бұлығы, бұл болығы Китайға циркағой училища өрінер өрінмет білмәне салақ бұл. Ол маңны болығына дағы интересіне еден бұл сен барамын, ондық бұл кетір қатаран кейіс бітем. Ондық бұл кетір сұйыр бітім маңына көрдес бұтта. Оның маңына жек өрәбіті, бейеға бұл саға серігер қайдақ құрдық интерегіне формалақ, өңнің сәбірдіқтер балларын. Дағы бұл, допустим, Гинга Белова ден де білі, тұқ мәйі әме бар бұтта. Ондық құрдық бұл бейеға ме бар. Бұл маңдық үрдік интерегіне сәбірдіқ, бұл маңдық иланкаға, маңдық түреуголіне сәбірдіқ, да? Ну, вот бұйығығар болағына жа Москва да бар, оның бұл интерегіне бағайтет фартық тақпын, интерегірге тақпын сөп, жонлору, оны тұран болағына бұлыр-бұлыр қаттан бәлі буфет скаптыры сөбілі ұрағай болақ бұтті, да? Оның болағына
кини влияет на аймахтахпут мебельщик, а есть художник еще и дюкюрехтах Альберт Ивановке, кини хабу заказ там вот скапан от торбупут, вот он на бо стол бут, а мебу кини он работа. Мария Николаевна, хабу манна тохта на хом барам фартука, ону танан сюрам баранган лахтабутун ду, эбитер кайдах турари. А эбехет лахтабутум, ага, огнан баран уже ин каста сласта. Оно на то, критик доктор в негодность приходит. Лакта на нер это было, конечно. Я вон тон, я бу кухонный год у оттах кюстях, манна Мария Николаевна, бей он может быть хитрин эмитуралар ди то ина. Да. Ага. Я мин керамиску дохник была гамди. Олигин бу допустим бу кровити. Мин фарфору бәем на самом деле оңырақпын сөп. Сервист оңырақпын сөп. Ол ғынан барын тоқ беге барыстой условия бұдыр, конечно, кәлі бат. Ол ғын бола бәлем фарфору белье ден аттыңдар. Оны атылған бара мін роспистыбы над глазурны пигменынын. Тугу бағара дегенен ойылықпын сөп. Ол, допустим, бұл чайник бұд. Бұл бұл Георгий Дын олыра бұд. Да, бір әттіттен болғаны Иван Чай, оны шиповник расписанай. Вот, онтан болғаны аны бәйем ігітен ора бұн, тойтан. Гончарны күрікі дәлелекпін сөп, ручной, в общем, ручной лепканы наға сөбілейбін. Ол күрдік болғаны бойығын телевизорын негер оларын әрәмін тойы, маңны камок глины лейбер тұтан оларымын маңны. Тарбақпын еде баттатым, әргетен тағары бұн, но принцип тоже гончарны вокруга. Бұ маңны күрдік бұ сақа серин отонларын бұ оңырдың оны сөл бей жәжәннәк. Олыс шығайды бұл құхнияғатын үстек кергетен берері бейді? Жоңы біләқ тейбін. Атыла баппын еген, оны білемем де тейбет. Олығын бұл бар, біләқ қабарын ер. Оны бұл маңды көрді бұл үшін ой мететтерек келер оңыра бұл. Бұл допустим бұл пиалы көрдір еққа мен ерге. Оны олығына бұл меманды көр оспес. Оны ағыл ұрыңын бұл әттіттен жа эстетика көрігін. Онтан ұтар олыр ашы кеге еқі бұланы бұл әме көрін олыр ұр. Бұтта бұл насқос көрдің на самом деле оны бол батаға. Сәп, Мария Николаевна, айыр үлетін туғынан бейге әсі бәтін сетәңі эфир бұтығар кепсияқ бейді. Онына кене ұрғыдарын, онына жа бұл тойттан үлелерін әйеққа күнді күрәшілер бітігер анан сұрда тұйық бұд. Ағыз эфир күлелей бейді, онын үйтіктақ болақытынан бәйіғіт нөйім бапуростар ғытын, бігі батсақ нөйім бітігер үйті тұрар ғытын әте бейді, күнді күрәшілер бітігер. Мария Николаевна ұнтан жа бұ түннік үрдітігер бұ арас сувенирдары оңырар полканың Ота бұлырдатник бар болар бұғылақ әті, қайды қары өйбір бар әті. Онтан бұлығына мейлі шарағыны күрігі бай маллар бағылар бұлыға дей. Оны бұ кергенмер Георгийға. Чарам, кірсері. Вот это вот сестра на выброс, на мусор хотела выбросить вот эти гардины. Она Брама 9. Потом, значит, вот эти старые, видите, да, вот эти вот. Такая гардина. Я сделал просто вот эту вот вставку, она у меня повешена туда. Это опора для полки. То есть получается, опять же, это эконом-вариант. Все это, то, что хотели выбрасываться, значит, это повторное использование. А когда, в общем, когда смотришь, это, в принципе, очень довольно даже прилично смотрится. Вот. Так что вот такой вариант, и это... Марии коллекции, она любит собирать старые вещи, и она даже как бы ну, украшает дом, что, в принципе, очень даже. Георгий Николаевич, он нам тит маскаре манны текстурата акварельнен хот токо тахсар дейтінгі? Только тит маска манны тахсар. Тоде без мас манны, у него структура не проявляется, да, 17 мас. А вот тит мас, да, и вот... Беха даже бери передача духа на капся битре. Был ргыха тоннер баллерди. Коровник тар. Он баратын растыллар. Ол тюгрюк магылын баран. Оно все пропитано вот это мочой, а это солевой раствор, это аммиак. Оно просто катанах было. Оно просто струстуллар.
И это вообще фишка сейчас в Европе. Они не выбрасывают вот эти из хатона старые. А она такая красивая, крепкая. Белые прожилки, и вот это вот аммиак, который годами пропитал, она черная становится. Это вообще во, супер дизайн получается. Блин, китмас вообще это очень благодатный материал. Ну, он такой капризный, конечно, и с ним надо справляться. Мария Николаевна, тонче, бу мебелин өңін қайдах бу мағанкына талбыкыны, бу де ихин сырдатар ду, кенетер ду. А оп сенін сырдык рас боллыға дей. Ол ихин, онда тон тонлық бұтын дөсепеті дегенен, оны мен сөбілубен гынан баран, отчылорғы білеме біттағыны күрәті, ол ихин боллағына краска тыласты бұт, маңанны оны краскалатшы бол бұт. Ол ихин өр бұмайда баққы нәрі маңан болан тақсы бұта. Дегенен. Белый свет, он всегда облегчает и расширяет пространство. Это закон визуального восприятия. И потому это вот даже вот у нас вроде кухня широкая же, да, вот так вот все-таки нестандартная немножко. Вот, а белый цвет, он всегда вот такой, он более благородно так смотрится, да. И тем более я бы посмотрел, потому что когда дерево, если был бы шкаф дерева, да, это как-то немножко вот мы иногда, вот скажем, в временном режиме, вот 2-3 дня очень, ой, как все красиво. А это неправильно. Надо рассчитывать эмоциональное восприятие, да, вот на 2, 3, 10 лет, чтобы оно как бы оставалось постоянно свежее, там еще что. Вот. И потому вот. А белый свет, он как бы в цветовом круге, да, вот у художников, да, черный, серый и белый — это нейтральные цвета, они в центре находятся. Они настолько универсальны, что на любом фоне, на этом. И потому что даже если в каталогах смотрите, да, тот же стиль минимализм, там, или что ли, да, то там всегда доминирует черный, белый, серый. Сер, я билеген салгы биги зал бытыгар барабыт, бу кириатиктары утары турар, манна Мария Николаевна көрдөкпөне же бәйгіт ұрғыдаргыт олыс шығайдық же әйгі интерьергітін кергетен туралларын сергей көрбітім. Эссе, хат чүгей бу көбір сытар әбіт, же маны қайдық толкыйдан тахар бүккіні өнна. Бу вопсенің кыры-кыратык, отак білі художниктар боламыт нәр бәхәйт юттақпыт, қандығынықпыты. Хотя бы бейбит и ямут крёхпыты надо болла ди. Олихин болла манны хайта хары ковровой композиции курдук. Ячу бол бупыт, улхан бустапкаларгы барбат этюттары таланламыт оңырын турабыт. Онда то манна болла ана били тереккелерин хасы бүлян оңырабын. Болу түргенлік оңырлалар, олихин болла бу тереккелер тураллар. Бу стенеға тимен үлелерім тураллар. Бу стенеға буллағына бәлектер үксін. Ага, бу манны Георгий Николаевич Угоша үлелері тұралар. Тетені құрдық, онда тұран бу ковер, бу Илі үлеті, те манны Москваттан Дагестанской соған ағыл бұп бұт. Онда де бу ковер ағылан барам бұт. Кененен мебел бүтін дөлбі баратын оларытан бұт. Манны ме шөбе айнтерені баға елі ұстыралар, светиниктар, янан тұр бұттары. Олары аны баратын оларыта, чы болы бұт. Манны жөреләнді. Жөреләнді. Оны барыта қайды қара бейті тақсан ер. Бу креслолар өңнөрі барсар, да? Онтон боллағына аны мана ике евска столлаға тибет, шой бағай тәме онтық бұтын олары тамыд аны маннық остолы көрем барам мүн тоқтағыны, қастағыны, так, үй, ике үй дүйеден толкүйда тұсқүйда, ұла бұт тұсы оқты ден. Бұ тура американскай документның көрдіқ американскай ден, Вьетнамға оғылы бұт бұ мебел бұ остолу. Оны бұлғаны кейін терекетері бұ мас индонезийскай цельнай мастан күғылы бұт тұқ. Ну, қарқы маннық чайнай столы көрдік тұтта бұт. Оны тұн. Оны бұл жөрелі әңгі теме люстрағатын тренеба люстрен талдық тұрабыт.
Ага. Дорогой багаите, мне толкуйдан, толкуйдан, тема роббупут. Ага. Бо интересный багай, бо букеттахпут. Манволлагана бирки уэрэмит кыгым Марьяна Варламова. Оңорон бербите хурда устук. Оғруны. Сеп бияха бу көрәчілер бі кіттіхаллар. Фартук наха оригинальнай маладжастар дебиттерсе. Ити мосталарын ыпсытын тугунан сыбабыттары ден ыйдаллар. Да. А, сывытын, да. А, ну, этот герметик, специальный герметик по дереву продается. Вот, он идет в тюбиках. Можно пистолетом вот так вот проделывать, значит. А потом шпателем все заравнивается и вымывается. И вот герметик остается, ну, вот это дерево. Ну, и он сам по себе вот так вот дает рисунок, графику такую деревянную вот это, да. Вот. Но его, конечно, он немножко через вот 4 года, вот как мы его сделали уже вот 4 года, его же кое-где реставрировать надо. Ну, любой материал ссыхается, портится, конечно, да. Тутарибу. А то тутара. Ну вот насчет пола тут целая такая история, да. У нас, значит, он такой слоеный пирог получается, да. То есть внизу у нас пенопласт, да, вот это мы 10 сантиметров, значит, так крест-накрест положили, значит, да, а сверху эковата закрыта. Потом это, да, то есть вот такой, да. То есть у нас получается вот толщина пола где-то набралась около 35 сантиметров. То есть это вот это, да, а потом уже сделали вот воздушную прокладку такую, да, ну там за спаном все закрыто, а потом уже идет половое покрытие. И для утепления еще мы вот последнее время туда под дом залезли, ну, вот что у сваи хорошо, да, можно туда залезть, где-то что-то посмотреть, да, что-то исправить, да, а когда, и главное еще вот что, вот на сваях грибка никогда не будет. Воздух проветривается, да? Это уже 200% гарантия, что у вас дом не сгниет. Своя угна алтаметр 9 где? Алтаметра. В глубину. То где? Реальная тайка 2 метра. Потом где-то в августе-сентябре эта тайка доходит до 4 метров. То есть, если вы сваи делаете 4 метра, это бесполезно. Это деньги на воздух уходят. А у меня 6. После 4 метров там идет вечный, вот настоящий вечный мерзлота. Просто хамлар и уже никуда не отпускает вот это уже все. Это железобетон. Вот я проверял даже вот эти вот двери, да? Вот как поставил, они даже на миллиметр не шевельнулись. Вообще не шевельнулись. Вот как поставил, так и ставит. Ага. Мария Николаевна, вчера бубеги кирачлер бит и пыттар. Начи илла бебелерин ситерсен береллер дебиттер. Бу себердектери кайдак сыгырды дебиттерин эпипитчи. Келейлер растою. Момент клейнен это. Сеп, онны валлагана. Бу мастер-класс ыты эте до фарфору оңырорго онна тойна нюлелирге ден эпиттер. Отон фарфору оңырока, конечно, ага. Огнам баран, фарфор, роспигар, конечно, специалист улялира надо, потому что то краска-то яган маннатламат, эти завод тартанулачивни, либо Москва, Питерга атланар, надглазурные пигменты ден, он все обжигты надо, муфельные ока, дах он процессах. А так, конечно, юротеха, чтобы те художники, то идуттар вообще-то багараллар. Сегодня же барын кирайты, которые бу наха интересны, скамай, которарын беги, көрячілер бетегар анан кепсебе тақпит. Ага, маны Мария Николаевна ме барын эфирініне же, наха чейдік эппетінде. Бу скамай кабыт боллағына Георгий үлете. Быстапкага, международный быстапкага, биеналига орбута. Бу манна боллагана образ пут бейбит. Ага. Бигин ха сөбүлөмит отону отонго ту голубика агин сылжабыт. Аны
отонют торбу топсайна, он тыга сульджамут вилюске тракка, мандык еще байтык сыньянан турардах пыт. Только мандык тем был бы, табу художественный образ поллаги, олигин боллагана тух курдук, обнаженный курдук пыт на самом деле. Материалы тугой Бо этот, короче, после строительства дома у меня остался материал. Это полубрус, брус. Здесь лежит полубрус. Медь титмас. Самый уступая день это клей дирге. То есть, ну, все, кто вот работает с деревом, они знают, что там надо идеально. У меня рисмуса не было, вот, да, то я в рукопашную, значит, ее подгонял, подгонял тут. А если у кого есть рисмус, один-два раза прогнали, и шов очень идеальный. Ну, конечно, на струбцинах надо его склеивать, да, вот, скажем, верхняя поверхность, нижняя поверхность, вот брус, да, вот это значит, да. Ну и потом сам художественный образ, это просто дружба, я взял вот так вот, чик-чик-чик, силуэт, все это вырезал, вот там, все эти дырки. А потом уже доводка с томесками, болгаркой. Вот. Ну, один месяц сделал. Вот это вот. На интернете, холобр, бу беги, махы бұрған кәспекке бит, бұқұрдық тұхаға тағарам мыт, джебетігер уруақ бұтын сеп, оннағыр раз фестивальдарға, конкурстарға тұққа хөбе бітті. Сеп, Мария Николаевна, Георгий Николаевич бүгін беги бері бітігер күтті бұқытығар мақтана бит. Эссе бұ үл мастерскойын беги бәтін сетәңі эфир бітігер көрдерек бит, онын көтіте аяққыт күнді көрәтчілер, онын әйіқанан санатабын беге сақа сатабатаға соқ бері кенегетті атылана тұрар. Бұ үй сүйбәс чығылтығар дері атылыс бұт жаңба беге үсінер масына ойнаты бұт, онын келін атылағын, онына ағын. Көрсе қадері.